Да. Завтра готов. Бегом в душ и сразу же за стол. Хорошо, сейчас. Алло? Алло? Говорите. Доброе утро, сынок. Доброе. Быстрее кушай, а то опоздаешь в школу. О, да, это нельзя. Мам. Спасибо. Как же ты на отца похож. Мам. Все хорошо. Кушай. У нас физрук в школе ищет людей, набирает футбольную команду. Твой отец был отличным футболистом, и у тебя все получится. О! Здоров, форвард. Как дела? Здоров, да, нормально. Да? Как сам? Да все супер. Ты что такой грустный, а? То, что все еще расстраиваешься, что гэшникам проиграли? Ну, в принципе, да, это тоже. Погнали, опоздаем. Слушай, ну не боись. В этом году мы их точно сделаем. Паш, надо нормально пахать. Тренироваться чаще. Игру вкатывать. Да, да. Тогда я сделаю. Пойдешь сегодня на Катюхина? А чего не? Ну, у него же ДР. Надеюсь, он всех позовет. Посмотрим, позовет, пойдем. Ну, все. Тогда отлично, просто, знаешь, окей, выгляжу. Хорошо? Ну, хочешь подкатить? Ну, да. Просто, знаешь, ну, хочешь, а ты домашку сделал? Английский? Английский сделал. Понятно. Писать надо, да? Обязательно. Кстати, девчонки, батя вчера подогнал. Вау. Последняя модель. Серьезно? Прямо из Америки. Вроде успели. О, какие люди, да без охраны. Привет. 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 Здорово. Здорово. Че пропускаешь тренировки? Чувак, какие тренировки? Я и так топ. Угу. А то, что футбол — это командная игра, ты не в курсе, да? Твой друг до сих пор не может простить поражение в прошлом матче? Это все потому, что там не было меня. По-моему, ты себе слишком льстишь. И чё? Да ничего, просто успокойся и все. Всем привет! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Спасибо! С днем рождения, красавица! Ну, что еще такое красиво? Так, сегодня я вас всех ровно в 6 жду у себя дома! Договорились. Спасибо. Ну, конечно, кроме там четырёхглазых. Так, и что? Не будет. Как-то будет. Не будет. Не будет. Good morning, класс. Все по местам. Побыстрее рассаживаемся, звонок уже звенел. Все сегодня на месте? Да, вроде. Ребят, я вам хочу представить нашу новую ученицу Настю Зыкову. Настя приехала к нам из Омска. Правильно? Настя, занимай любое свободное место, начинаем урок. Всем привет. 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 Так, доска у нас опять грязная. Я смотрю, все забыли, что должны быть дежурные в классе. Так, а про тест-то мы помним? Пишем тест сегодня. Поэтому первым делом вынимаем мобильные телефоны и кладем на парту, чтобы я их видела. Во время теста мобильными телефонами пользоваться нельзя. Достаем двойные листочки. Сейчас я раздам задание. Ребят,
А давайте-ка поиграем в футбол. Лови. На первый, второй поделились. Поехали! Неудачники. Нарываешься, что ли? И чё? Ничего, сюда иди. Так, а ну-ка прекратили. Марш в раздевалку. Всё, урок окончен. Эй, бойцы. Хорошо сегодня сыграли. Молодцы. Чего бледный такой? Что-то случилось? Да ничего не случилось. Все как обычно. Устал просто, наверное, так кажется. Алло. Костян, ну ты где там? Сегодня у Катюхи день рождения. Ты что, забыл, что ли? Да я не забыл, просто неохота. Ну прекращай уже, а! Ну давай подваливай к нам, тут уже все. Все? Слушай, а новенькая там? Чего? Ну новенькая, ну Настя, которая пришла к нам сегодня. А, новенькая? Ну да, да. Катюха ее тоже затянула. Ну я, наверное, подгоню тогда. Слушай, ну давай, выдвигайся. Давай. Костя! Привет. Здорово! Поздравляю! Спасибо. Давай, раздевайся, заходи. Павел. Паша. Павел. А какое полное имя, кстати? Павел. Павел. И все, Павел. О, Константин! Привет! Что так долго? Здорово. Давай к нам. Так, пиццу уже съели. Ну что ты там по телефону мне говорил? К Настюшке хочешь катить, я не понимаю. Включи другую песню, а? Он что-то слез амурой. У тебя перегаром пасет. Попробуй. Я просто, ну, Кость, выпьешь? Готовлюсь. Нет, ага. Нет, 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 я что-нибудь попроще, вот. Полегче. Ну, короче, на столе бери. О, Костян, здорово! Настя, это Костя. Наша местная достопримечательность. Футболист, каких еще поискать надо. Правильно все говорю, Костя? Абсолютно. Да мне вообще по кайфу. Костя у нас капитан команды. Правда, проигрывает почему-то постоянно. Не знаешь почему, а? Что ты хочешь? Да ничего. У нас с тобой, по-моему, давно вопрос зрели. Давай решим. Давай. Не при всех. Не при всех. Выйдем, да? Пошли. Погнали. Ребят, прекрати, сейчас же хватит. Ром, что ты начинаешь? Лезь! Ну и дура! Александр Васильевич. Да. Звали?
Звал, звал. Здрасте. Так, это что у тебя такое? Ничего. Короче, парни, на носу городские соревнования. Я приглашаю вас двоих в школьную команду по футболу. Вы должны защитить честь школы. Все. О тренировках сообщу дополнительно. Не подведите меня. Я дома! Мам! Ты дома? Здравствуй, сынок. Привет. Привет, Костя.